что такое успех? Какой механизм заложен в основу успеха? Кто-то говорит, нужен талант. Вместе с тем мы знаем, что мир полон невостребованных талантов. Кто-то говорит, нужно быть гением. Но мир полон гениев-неудачников. Всемогущий лишь упорство и настойчивость. Успех – это не подарок. Успех – это черта характера. Это хроническое достижение цели. Если у успешного человека забрать все и бросить его на улицу, через некоторое время он снова поднимется и поднимется еще выше. Путь к успеху – это испытание. Путь к успеху – это труд. Путь к успеху – это лишение, унижение. Это боль. И ты станешь успешным, когда ты сможешь пройти через это. Если ты через это не пройдешь, то ты не получишь успеха, ты не получишь богатства, ты не получишь счастья. Для того, чтобы пройти к успеху, нужно пройти через страдания. Это неизбежно. Если ты хочешь стать успешным, ты должен быть готов к этому.